В Люберцах продолжают капитальный ремонт МКД. В перечне работ – замена лифтов, реставрация фасадов и инженерных систем. Также в этом году, благодаря региональной программе, в 79 домах заменят кровлю. На одной из ремонтируемых крыш побывала наша съемочная группа. Дом 11А на Комсомольском проспекте построен в 1992 году. За три десятилетия кровля жилого здания пришла в негодность. Жители жаловались на многочисленные протечки. В этом году 17-этажная высотка попала в план капитального ремонта. И вот на крыше дома уже наложили первый слой мягкой рулонной кровли. Старая кровля была демонтирована полностью до основания. Затем была сделана разуклонка. Были опасения, что кровля может протечь, но сейчас уже не боимся. Сейчас она уже закрыта первым слоем. И в ближайшее время будем заканчивать. Ну, все идет по графику у нас. Завершить работу планируют к концу этого месяца. Воспрепятствовать процессу может только плохая погода. При правильной эксплуатации новая кровля прослужит верой и правдой 15 лет. Мы, в первую очередь, обращаем внимание на кровлю, на фундаменты, на балконы, на лифты. Мы планово эти вопросы решаем. У меня нет сегодня никаких сомнений, что эти работы будут выполнены в сроки качественно. В этом году в городском округе Люберцы намечена большая работа по капитальному ремонту МКД. В региональную программу вошло 135 домов. На большинстве объектов отреставрируют кровли и фасады. Генеральным подрядчиком назначена управляющая компания ЛГЖТ. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.